Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Edge 50 Pro. И сейчас я покажу вам, как заблокировать номер. Итак, для этого мы открываем приложение «Телефон». Далее выбираем, нажимаем на три точки в правом верхнем углу. Выбираем «Настройки». Здесь мы выбираем «Заблокированные номера» и нажимаем «Добавить номер». Далее вводим номер телефона, который хотим заблокировать. И нажимаем «Заблокировать». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.